Кто хоть раз не мечтал заглянуть за кулисы театра или почувствовать себя членом труппы? У саровских зрителей появилась возможность в эту творческую, немного безумную, душевную и комичную атмосферу погрузиться с головой. Именно ее создатели спектакля рекомендуют сохранить. В названии «Берегите головы» несколько смыслов. Именно эту фразу кричат монтировщики, опуская над сценой штанкеты. И такой совет дают опытные артисты новичкам, ведь жизнь актера полна сюрпризов. Мы решили сделать спектакль, который, мы надеемся, войдет в репертуар. Ольга Логинова, наш завлит, Оксана Юрьевна, наш хореограф. И я, мы вместе, Оля в большей степени, написали, так сказать, собрали сценарий, пьесу о театре, о любви к театру. Все персонажи вымышленные, и это действительно так. Это такой театр. Какой-то театр, скажем так. Вот. Но понятно, что все вдохновлено тем, что происходит у нас. Это, правда, производственная комедия в духе каких-то советских, отчасти каких-то бродвейских мюзиклов. За 75 лет в театре накопилось огромное количество реквизита, костюмов и декораций. Создатели спектакля решили использовать их, чтобы у зрителей была возможность в том числе вспомнить старые постановки. Задействована почти вся труппа. Мы решили, что мы не будем строить какие-то новые декорации, потому что это спектакль, который должен быть пропитан духом нашего театра. И мы берем декорации старых спектаклей, списанные декорации, спектакли уже не идущих, либо какие-то элементы, реквизиты и декорации из идущих спектаклей, знакомых, может быть, зрителю. Мы не шьем костюмы, мы перешиваем, либо приводим в порядок подбор. Вот, так что это все из запасников, так скажем. Все из запасников для того, чтобы... Ну, мне кажется, что это важно, это дает определенную эмоцию, атмосферу. Спектакль будто витражная мозаика собирает из множества музыкальных, танцевальных и пластических фрагментов единую картину жизни импровизированной труппы. «Берегите головы» соединил в себе комедию, капустник, временами шоу. Он наполнен иронией, юмором и в то же время романтикой и лирикой. Это микс. И мы надеемся, что зрителю будет весело. Мы надеемся, что зритель немножечко больше нас поймет, нас почувствует и полюбит еще больше. Хотя мы, честно говоря, не можем жаловаться на отсутствие любви нашего зрителя, но нам хочется, да, немножко сблизиться с ними, что ли, чтобы они поняли, как нам непросто бывает, но как мы любим этот театр. Премьерные показы юбилейного спектакля стартуют уже в эту пятницу. Билеты раскупили еще месяц назад. Те, кому посчастливилось забронировать места, первыми насладятся оригинальной постановкой. Остальным расстраиваться не стоит. Билеты на показ в апреле еще есть. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.